Всем привет, с вами Мария и Portable Games spb.ru. Сегодня хочу показать вам, как на модели XEQ AS работает очень знаменитая игра Grand Theft Auto 3. С вашего позволения, я, как каждый русский человек, буду называть ее GTA 3. Думаю, вы меня поймете. Это третья по счету и первая трехмерная игра из серии GTA. Она вышла в октябре 2001 года на консоль PlayStation 2, а в мае 2002 на персональный компьютер. И в честь десятилетия этого события, выпуска игры на PC, компания Rockstar выпустила мобильную версию игры для целого ряда устройств на разных операционных системах, в том числе и под Android. События игры происходят в вымышленном американском городе Либерти-Сити, прототипом для которого послужил Нью-Йорк. Главный герой игры – преступник Клауд, ставший жертвой преступного сговора своей подруги Каталины и Мигеля, члена колумбийского наркокартеля. В игре присутствуют элементы автосимулятора и шутера от третьего лица. Ну, вообще, она не нуждается в особом представлении. Заставочку, с вашего позволения, я пропущу. Думаю, что с геймплеем многие из вас знакомы. Просто хочу вам показать именно то, как эта игра работает на XEQ AS. Положа руку на сердце, работает она хорошо. То есть никаких тормозов, глюков, ничего не замечено, ни подвисаний. Играть довольно-таки удобно в XEQ AS для управления. Можно использовать джойстик, как цифровой, так и аналоговый. Так, мы можем карту посмотреть, потому что я заболталась и заблудилась. И можем поменять вид. Мне так вот больше нравится. Так и поеду. Какие-то раскоряки тут вокруг ходят. Так, мне кажется, я приближаюсь к цели. Да, интуиция меня не подвела. Так, ну, разговорчики тоже пропустим. Так, машина совсем уже на последнем издыхании. Надо, может быть, что-нибудь получше. В общем, что хочу сказать. XEQ AS – это, наверное, единственная модель из тех игровых консолей, которые я обычно обозреваю, которую при игре в GTA 3 не хочется кинуть об стену, а хочется просто посидеть и нормально поиграть, потому что никаких замечаний по тому, как идет игра на ней, абсолютно у меня нет. Я желаю всем приятной игры и хорошего настроения.